1872 году Золотарев дал неожиданное определение символа или жанра. И, пользуясь этим определением, совершенно потрясающе быстро доказал квадратичный закон взаимности. Причем, что интересно, он заодно дал и, что называется, правильное определение символа Якоби. Я еще не говорил, что это символ Якоби, но давайте уже скажу. Вот если у вас здесь не простое число, а произведение нескольких простых чисел, может быть, среди них есть и равные, то по определению символ, да, только двойку не пускайте, она будет запрещена, то по определению символ это есть произведение вот таких вот символов. Вот это якобы. Оказывается, и первое дополнение, и второе, и квадратичный закон взаимности для символа якобы тоже верны. Мы все это еще будем делать, неторопливо потом. Но сейчас, поскольку я просто очень тороплюсь, очень хочу рассказать доказательства Золотарева, давайте перейдем к забавному определению символа Лежандра и символа Якоби по Золотареву. И разберем это. Когда мы рассматривали операцию умножения на А, это была перестановка на множестве из, пойму, судового элемента. Ну, когда мы берем число А, не делится. Значит, делится тоже неинтересно, символ я нулю и все. Это была перестановка. И, соответственно, у нее, как у всякой перестановки, есть четность. Перестановки бывают четные и нечетные. Так вот, оказывается, что по Золотареву символ записывают так. Ну, ноль, если А делится на П, это понятно, и это неинтересно. А вот дальше. Знак перестановки, если А не делится на П. Вот, если перестановка четная, то надо писать единицу. Если перестановка нечетная, надо писать минус. Давайте работать. Во-первых, нужно понять, почему уже известное нам определение символа жанра совпадает с определением Золотарева. Проще всего объяснить, воспользовавшись существованием первообразного корня. Вот смотрите, есть какое-то нечетное простое число P. Для него есть такое число, что все остатки можно изобразить следующим образом. Единица, потом какой-то остаток, его квадрат, его куб, там, четвертая степень и так далее, и так далее. P минус вторая степень. И, наконец, P минус первая степень, которая единица. И все это разные остатки. При этом число А, которое дает нулевой остаток, это какая-то степень. B какое-то натуральное число. Что такое умножение на альфа в степени B? Вот, скажем, если B равно единице, то это просто-напросто циклическая такая вот перестановка. Да? Единица при умножении на альфа переходит в альфа квадрат и так далее. Если у нас будет B равно 2, то это будет вот такая штука. Да? И все разобьется на два цикла. В любом случае, все разбивается на циклы. При этом, чтобы узнать длину этого цикла, нужно на самом деле вычислять наибольший общий делитель числа B и числа
p минус 1. Посмотрите. Какие квадратичные вычеты, какие квадратичные невычеты? Как это узнать по числу b? Это очень просто. Если b число четное, то квадратичные вычеты. Это понятно? Что такое четное число? Это какое-то там 2c. Альфа в степени 2c. Но это квадрат альфа в степени c. А если b нечетно, то в таком случае, конечно, это квадратичный невычет. Вот давайте поймем почему. Потому что у нас есть альфа в степени 2c плюс 1. Но вообще-то любой вычет – это альфа в какой-то степени. В квадрате – это значит, надо взять в какую-то степень b и еще в квадрат возвести. Ну, извините, 2d и 2c плюс 1 не отличаются на p минус 1. P минус 1 – число четное, а альфа, когда в степени возводится, чтобы единица была, нужно, чтобы возводили в степень p минус 1, или которая кратна числу на p минус 1. Замечательно. Значит, критерий очень простой. Если число b четное, то квадратичный вычет. Если число b нечетное, то не вычет. Хорошо. И у нас с вами появляется очень простая ситуация. Фактически есть правильный p минус 1 угольник, и мы ходим дугами длины b. Вот если b равно 1, то вот так сдвигаемся. Если b равно 2, так сдвигаемся. Если b равно 3, так будем сдвигаться. Да? Давайте рассуждать. Вот когда число b четное, то абсолютно ясно, что вот эта картинка разобьется на циклы, на четное число циклов. Потому что наибольший общий делитель числа b и числа p-1 – это будет четное число. А вся картинка разобьется в точности на наибольший общий делитель b и p-1 штук. Это все одинаковые перестановки цикла одной и той же длины. Их четное число. Ну, а если перестановка состоит из четного числа, ну, фактически одинаковых перестановок, то значит знак у нее единица – это четная перестановка. Отлично. Теперь, что делать, если число b нечетно? В таком случае наибольший общий делитель числа b и числа p-1 тоже будет нечетным. Отлично. И в таком случае весь наш многоугольник при вот таком вот движении разобьется на нечетное число циклов четной длины. Потому что количество циклов, это будет p-1, это четное число, делить на наибольший общий делитель p-1 и b. Так, понятно стало? Первообразный корень – это такое число, что когда его возводишь в степень, степень, в степень, то все перебираешь, только потом к единице возвращаешься. По модулю 5 – два первообразных корня. 1, 2, 4, 8, то есть 3. Ну, понятно. 3жды 2, 6, вот, вернулись к единице. Пробежали по всем. То есть, первообразный корень – это когда идешь, пишешь единицу, потом альфа, альфа в квадрате, альфа в кубе, альфа в четвертой и так далее, и так далее, и так далее. И вот в этой последовательности встречаются все остатки от деления на p. Вспомнили? Отлично. Что такое квадратичный вычет? Помним? Остаток от деления квадрата, не делящегося на p, на p. Так? Замечательно. Теперь любой остаток можно записать в виде альфа в какой-то степени. Потому что альфа – первообразный корень. Так? Так вот теперь разбираемся, в каком случае это вычет, в каком случае не вычет.
число b четное, то это вычет, потому что ну просто вот b это какой-то 2c, даже альфа в степени c в квадрате. Если число нечетное, то мы просто говорим, что ну, берешь любое число, это альфа в какой-то степени, возводишь его в квадрат, больше альфа в четной степени. А этот показатель определен с точностью до p-1. А p-1 четное число. Поэтому как он получился четный, так он всегда и будет. Если он получился нечетный, то он всегда и будет нечетный. То есть если нечетный, то минус единица. Это понятно? Замечательно. Теперь тяжелое место. Вот. Надо себе представлять правильный p-1 угольник. Это четное число. Так, что такое четность перестановки, понятно? Или нет? Давайте вспоминать, что такое четность перестановки. Если у нас есть любая перестановка, то у нее есть такое понятие, как беспорядок. Вот, например, рассмотрим перестановку, которая число 1 ставит на третье место, двойку ставит на первое место, тройку на последнее пятое, четверку на второе место, пятерку на четвертое. Вот количество вот таких вот точек называют количество инверсий. Вот в данном случае их 4. 4 беспорядка. В чем идея? У нас числа стояли вот так, а после перестановки их порядок поменялся. Мы говорим, что возникает беспорядок. В каком месте? Если были два числа, а меньше b, а потом стало наоборот, они переставились. Представим себе, что у нас есть какая-то другая перестановка. Ну, например, перестановка, которая определена вот такой картинкой. Так, вообще, то, что любую перестановку можно нарисовать такой типа картинкой, понятно? Вот, представим себе, что у нас есть такая перестановка. Вопрос. Как посчитать четность количества пересечений для произведения? И, кстати, что такое произведение перестановок? Очень просто. Надо пройти по этой линии. Ну, то есть, на самом деле, вот так вот пройти, да? Дальше здесь надо пройти вот так. То есть, на самом деле, так. Здесь надо пройти вот так. Здесь надо пройти вот так. Ну и, наконец, здесь надо пройти вот так. Понятно? Как узнать? Очень просто. Надо посчитать, сколько точек было здесь, посчитать, сколько точек было здесь, сложить и посмотреть, четное или нечетное. Почему? Очень просто. Потому что, когда мы такую веревочку немножко сдвигаем, то от этого количество точек пересечения либо не меняется, либо меняется ровно на 2. Ну вот здесь вот видно, вот у нас были вот такая и такая, и были две точки пересечения. И если пройти не так, а вот так, и здесь пройти не вот так, а так, то точек нет, но исчезло две точки. То есть когда у нас вот шла одна нить, шла другая нить, они смогли пересечься, и в принципе могло и как-нибудь хитрее быть, если мы разлагаем большое количество перестановок. Но четность от этого не зависит. Четность произведения перестановок, если четная перестановка, то говорят плюс один, да? Если нечетная, говорят минус один знак. Четность зависит только от четности множителей. И правило простое. Значит, произведение двух четных четное, четное на нечетную нечетное, и нечетное на нечетную четное. Понятно? Нечетное число пересечений плюс нечетное число пересечений будет четным пересечением. Так, все понятно? Да? Все, с перестановкой. Теперь возвращаемся к нашей картинке и смотрим, почему же верно определение Золотарева. Почему верно определение Золотарева? Если у нас есть многоугольник, ну, в
знаю, скольки нарисовать угольник, на 10 угольник можно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И мы делаем какую-нибудь операцию. Вот это было число 1, альфа, альфа в квадрате, альфа в кубе. Понятно, да? Мы умножаем, скажем, на альфа в кубе. Что тогда получается? Альфа в кубе через две точки, через две точки, через две точки, через две точки. Вот так вот идем. Понятно? Ну, когда-нибудь зацепимся. Просто зацепимся, вот только что. Вот в данном случае мы прошли просто по всем точкам. То есть перестановка фактически является циклической. Ой, я еще там забыл сказать. Любая перестановка разлагается на циклы. Это понятно? Вот если у меня есть некоторое множество, и на нем вот есть такие стрелочки, из каждой точки выходит одна стрелочка, и в каждую точку выходит одна стрелочка, то когда идешь по стрелочкам, то получаешь такие циклы. Отлично. Так вот, о чем здесь был разговор? Если число b вот это четное, то есть если альфа квадратичный вычет, то что фактически мы делаем? Мы идем по этому прямоугольнику, сдвигаясь каждый раз на четное расстояние. Так понятно? Или нет? Вот умножать, скажем, на альфа в квадрате. Я не понимаю, как такое можно не понимать. Вот у нас есть четный угольник, правильно. И мы, скажем, не знаю, тот же самый десятиугольник. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И мы идем на этот раз не на куб, а на квадрат умножаем. То у нас получается вот так. А если начали с другой точки, то у нас получается вот так. И это два разных цикла. Вот если число b четное, то у нас таких циклов получается наибольший общий делитель p-1 и b штук. Это понятно? И это число будет четное. И они все одинаковые, эти циклы. Значит, получается, что четное количество одинаковых циклов. При этом нас совершенно не волнует, какие они там по своей длине циклы, четные или нечетные. Важно, что они все одинаковые, их четное число. Хоть плюс один в четной степени, хоть минус один в четной степени, все равно будет плюс один. Значит, с квадратичным вычетом получилось. Так? Отлично. Теперь работаем с квадратичным невычетом. В таком случае b будет нечетным. А значит, вот этот нод будет нечетным. Значит, у нас получается, что количество вот этих вот штук будет нечетным. И они все одинаковые. Вот этот нод, давайте обозначим какой-нибудь d, у нас получается таких циклов d штук, и длина каждого из них это p-1 делить на d. При этом, внимание, d число нечетное. Да? А вот это число какое, если p-1 было четное? Это число четное. А теперь очень важная вещь. Когда у нас есть цикл четной длины, то эта перестановка четная или нечетная? Давайте порисуем. Скажем, есть цикл длины 4. 1, 2, 3, 4. Он устроен так. Вот каждое число переходит, а это переходит сюда. Сколько здесь пересечений? Три. Да? Три. Нечетное число. Понятно, что если я здесь возьму любое четное число, то ситуация будет ровно такая же. Значит, если в цикле четное число точек, то как перестановка этот цикл что? Нечетный. Нечетный. А нечетное в нечетной степени нечетное. Значит, я доказал. Да? Так, наверное, еще один комментарий важен. Я при этом все время говорил о перестановке не нулевых элементов. Вообще-то остатков p штук. Ну, важно понимать, что когда вы умножаете 0 на какое-нибудь число, не делящееся на p, то
то при этом получается тот же самый ноль. А перестановка, которая число, ну, число ноль переводит не в него, это, разумеется, четная перестановка. Так, договорились? Ура! Ура! Значит, определение Золотарева символа Лежандра понято.